Здравствуйте, друзья! Мы с вами сейчас будем смотреть матч первого раунда плей-офф женского волейбольного чемпионата страны, в котором принимают участие две динамские команды из Краснодара и Казани. Серия, это полуфинальная серия, идет до трех побед. Естественно, по системе 2-2-1. Первые две встречи в Казани. И первую из них выиграли хозяйки соревнований, не отдав соперницам ни единой партии. Максимум 22 очка удалось набрать во втором сете краснодарской команде. На ваших экранах Ришат Гализутдинов, главный тренер казанского «Динамо». Ну и, разумеется, вопрос стоит в том, смогут ли зацепить хоть что-нибудь краснодарские девушки против столь серьезных соперниц. Как раз сейчас стартовая шестерка появляется на площадке, выводит фактически команду не кто-нибудь, а Любовь Шашкова, она же Любовь Соколова, многолетний лидер сборной России. По мере развития событий будем акцентировать внимание на тех, кто выйдет на площадку. Ну, разумеется, стоит обратить внимание в составе казанского «Динамо» на многих девушек, которые играют и за нашу волейбольную сборную. Это Мария Бородакова и Евгения Старцева, связующая, и Екатерина Гамма. Ну, Екатерина Гамма уже выступление за национальную команду прекратила, выступает, играет только за клуб. На ваших экранах либеро казанской команды Екатерина Уланова, 14 номер. Простите, Ирина Уралева. Ну и подавать первыми будут девушки из Краснодара. Отыгрывается от блока Любовь Соколова. Что, собственно, и требовалось доказать. Яна Щербань будет подавать. Ну и точно такая же по уверенности атака Екатерины Гамовой из-за трехметровой линии. То есть сходу Казань соперницам демонстрирует, что направлений атак гораздо больше, чем игроков, которые стоят сейчас в расстановке на передней линии. Отчасти повезло краснодаркам, потому что мяч был переходящий. По счастью для них, никто из соперниц не сумел выйти. Ну, или на блок, или сыграть в атаке этот переходящий мяч, который обычно с легкостью добивают до пола те, кому повезло его играть. Мария Бородакова подает. Ну и снова задействует Любовь Соколова. На двойном блоке она не стала вкладывать силу в удар. Вот сейчас тоже, кстати, накатом отправляет мяч куда-то на границу между первой и второй зонами. Ну и заканчивается все доигровкой казанской команды ударом по линии. Это
Евгения Старцева. Ну а атаковал-то Екатерина Гамова. Потрясающей техники волейболистка. И в данном случае, увидев небольшую прореху между антенной и руками блокирующих, туда мяч и отправила. Продолжает Бардакова подавать. Ну, а Гамова, соответственно, забивать. По девятому метру очень точный удар. Похоже, даже над руками блокирующих. Бардакова, может быть, и не сильная подача, но хорошо направленная и хитрая. Ну, а сейчас, конечно, казанским девушкам надо было этот мяч забирать. Больно долго он падал. Блокирующие свою задачу выполнили, пусть и не целиком, но в значительной мере. И помочь им около сетки была первейшей обязанностью тех, кто находится на площадке. Ну а здесь Гамова. Правда, на сей раз Соколова в приеме действует уверенно. Атаки не будет. Расир Кальдерон просто перебрасывает мяч на линию казанской команды. Ну и следует атака Антонеллы Дель Коре. Еще одного легионера в составе «Динамо» из Казани. Есть еще Джордан Ларсон. Кальдерон чем ответит? Здорово в защите сыграли. Сыграла либера казанского клуба Екатерина Уланова. Ну, пока довольно серьезное преимущество казанской команды. Дель Коре на подаче. Ну и брейк удалось сделать. Кальдерон закрыли тройным блоком. Отведенный прием. Пасовать пришлось либера. Даже вышел не пас. И не удалось даже перебросить мяч через сетку Светлане Крючковой, заслуженному мастеру спорта. Быстро добрались до первого технического перерыва команды. Пока что никаких изменений принципиальных в сравнении с вчерашним матчем не наблюдается. С первым матчем, если точнее, 8-3. И уже на старте, в дебюте партии, казанской команде удалось добыть солидное преимущество. Дель Коре подает, но на сей раз в аут. И четвертое очко таким образом после ошибки соперниц завоевывает краснодарская команда. Росир Кальдерон на подаче. Тем не менее, несмотря на не очень четкий прием, все-таки под первый темп пошла передача. Гамова, двойной блок для нее серьезной проблемой не стал. От рук блокирующих мяч отправился за пределы поля. Хотя вроде бы сыграли. Юлия Подскальная. От ее рук мяч отправился в аут. Гамова создала проблемы и этой своей подачей. Ну и, соответственно, еще одна доигровка будет у казанских девушек, которые они успешно завершают очередным набранным очком. А Гамова продолжает подавать. Проблемы с атакой явные совершенно у Краснодара, которые прежде всего проистекают из того, что прием не очень уверенный.
изобретательности, пока не силы, но скорее изобретательности подачи хватает казанской команде для того, чтобы соперниц держать все время в напряжении. Ну и отсюда тайм-аут, который берет краснодарский коллектив. Главный тренер Равитал Селлинджер. Сейчас он пытался донести свои идеи до веренного ему коллектива. Но и игра в защите, кстати, тоже подкупает. Прекрасно в нескольких эпизодах себя проявила Екатерина Уланова, доставая сильные достаточно удары Расир Кальдерон и грамотно и четко играя по страховке. Гамова еще одна подача. И опять Уланова молодцом. Еще одна доигровка у Казани. Мяч не попадает в площадку. По ширине ошибки. Юлия Подскальная подавала. Ну, а это Гамова. И в очередной раз мяч, где касается рук принимающих, все равно вязнет в них и опускается на площадку. Регина Мороз отправляется подавать. Гамова отлично атакует с высоких мячей. Но в данном случае даже никакого увязания не было. Просто под заднюю линию направила удар Екатерина Гамова. Расир Кальдерон. Пайп не получился в том виде, в котором он должен быть. Ну и здесь атаки не будет, раз что Кальдерон перебросит просто мяч на сторону казанской команды. Ну и от блока очередное очко зарабатывает своим ударом Регина Мороз. Она же и подает. Почти ни одной атаки чистой у Краснодара нет. Сложная довольно-таки ситуация Яна Щербой. Верно использовала руки блокирующих, но при этом... Хотя очко и заработано, констатация факта не отменяет. Подаче удалось заработать очко. Ирина Уралева. А это Екатерина Гамова. Легкая неразбериха на приеме. И, пожалуй, первый шанс для доигровки, который Яне Щербань удается использовать ударом в линию. Ну что ж, вот это интересно будет. Интереснее будет уже смотреть. Возможно, найдут себя краснодарки. Продолжает подавать Ирина Уралева. На этот раз с приемом все в порядке. И на одиночном блоке Регина Мороз атаковала. Хотя нет, это Джордан Ларсон, да, 10-й номер. Ну, а здесь блок. Хотя появилась возможность для игры в атаке у Краснодара. Но, тем не менее, тут и подоспела еще одно мощное оружие казанской команды, а именно игра на блоке. На тройном, конечно, очень тяжело. Мороз, Джордан Ларсон подает. И опять нет атаки. Более того, ошибка при исполнении второй передачи позволяет Краснодару набрать уже 14 очков, 14-8. В первой партии совсем у Краснодара не ладится. Ларсон опять, она, пожалуй, одна из немногих, кто пытается подавать силовую. А
Конечно, в этом есть некая доля риска, как, например, сейчас, когда мяч попал в сетку. Ну, а у Краснодара Яна Щербань на подаче. Значит, на сетку попал. Ну, и тем самым создались проблемы. Тем не менее, доигровке удалось избежать Казани. На двойном блоке атака Антонелло Дель Корре. И Росер Кальдерон в игре мяч не оставляет. Из четвертой зоны по четвертой наносил удар Антонелло Дель Корре. Ну а подает Евгения Старцева. И опять почти переходящий мяч. Даже, наверное, и не почти, а просто переходящий. И таких партий уже было, наверное, 3-4. Надо налаживать прием Краснодару. Без него невозможно. Без него никакая игра в атаке не получится в принципе. Антонелло Дель Корре отыгрывается от блока. И второй технический перерыв. 16 очков довольно скоро удалось Казани набрать. Хотя у Паскальной очень приличный рост, 1,90 м. И такими же данными несколько еще девушек в краснодарской команде обладают. Евгения Кожухова, Росер Кальдерон, 190. Ну, а у Любови Соколовой даже и 193 сантиметра. Но ведь при этом все помнят прекрасно, что у Екатерины Гамовой 2-0-2. Такой тренировочный характер эта партия приобрела с течением времени, да, в общем, с самого начала. Почти, потому что Казань сразу приступила к диктовке собственных условий Краснодару. Бородакова, между тем, на подаче. И опять нет приема. Здесь он и не понадобился. Аут. За счет ошибок соперниц в основном добывают очки девчонки из Краснодара. Иногда что-то такое выходит в атаке. 17-11. Очень серьезное преимущество. Тем более, что концовка партии уже не за горами. Ну а на подаче Анна Мириам Гансорне. Пикирующий вниз мяч. Сбитый прием. Возможность сыграть. Но никто почему-то не пошел на мяч. Хотя, по крайней мере, отсюда было хорошо видно, что он опускается на сторону казанской команды. И была возможность все-таки успеть. И тут же Гансорне ошибается в приеме в очередной раз. И приходится это снова констатировать. Пока что даже толком-то игры нету. В том понимании, в котором волейбол приобрел в последние годы очень хорошую аудиторию. А Витал Селлинджер снова пользуется своей возможностью прерывать вот то самое течение матча, которое его категорически не устраивает. Но мы с вами красивые моменты вспоминаем, которых, кстати, было не очень много, просто потому, что не показывает же ошибки. А ошибок наделала, прежде всего, краснодарская команда, наверное, уже партии на 2-3.
Антонелло Дель Коро подает, облегчая задачу соперницам, ибо посылает она мяч в сетку. Но все равно нужно завязывать игру. Надо пытаться что-то сделать. Аня Спасович мяч отправляет в сетку. Габова. На ее подаче несколько очков команде удалось набрать. Когда в предыдущем круге, скажем так. Прекрасно сегодня, кстати, играет либеро казанской команды. Ну вот, а здесь ничего не смогла поделать Светлана Крючкова. Так что брейковое очко на подаче Гамовой досталось команде. И опять не будет. У нее будет атака на тройном блоке. А стал быть, скорее всего, просто мяч переведен, ну, как и оказалось, на половину поля казанской команды. И все этим закончилось. Гамма продолжает подавать. Молниеносно пролетает первая партия. Длинных розыгрышей нет вообще. Хотя в женском волейболе они явления, да, периодически встречающиеся. Еще одна доигровка у Казани. Но здесь вряд ли можно успеть за мячом. И блицкрик в первой партии почти уже не минуем. Гамова выручает соперниц с подачей в сетку. Обманным ударом проходит поднявшийся уже двойной блок Екатерина Гамова. И первый сетбол, ну, почти в два раза больше очков набрала казанская команда. Графика может вас смутить, потому что те же самые четыре буквы. Ирина Воронкова подает. Наконец-то с приемом все в порядке. Атака из-за головы. Ну и этим первая партия и ограничилась. Казанская «Динамо» выходит вперед. Финал Кубка Италии. Фиорентина против Наполи. 3 мая в прямом эфире на телеканале «Спорт-1». Цифровое телевидение ВГТРК представляет. Новый телеканал «Русский детектив». Такое ощущение, что за вами следят. Все самое захватывающее. Все самое загадочное. 24 часа в сутки. Там что-то серьезное? Интуиция и логика. Интеллект и адреналин. Пора идти по следу. Холодный расчет. И сумасшедший азарт. Отцепить район, все тропинки, дороги, все под контроль. Подключайтесь к расследованию.
У меня сутки с небольшим, чтобы закрыть дело. Новый круглосуточный телеканал «Русский детектив». И что дальше? Самое интересное. «Русский детектив». Современное телевидение для всей семьи – это пакет любимых каналов в отличном цифровом качестве. Самые зрелищные бои настоящих мужчин. Горячие страсти большого спорта. И все это здесь и сейчас, в вашем доме. Цифровое телевидение ВГТРК. Подключайтесь всей семьей. Итак, вторая партия второго полуфинального матча между Краснодарским и Казанским «Динамо». И пока что эта партия продолжает тенденцию сыгранных в первой встрече трех. И, соответственно, первый в этом матче. Солидное преимущество казанской команды, которая своих соперниц переигрывает во всех компонентах. И, может быть, все-таки, к сожалению, подачей и приемом дело в большинстве случаев и ограничивается. С подачами казанских девушек их краснодарские коллеги не справляются. Отсюда почти полное отсутствие атаки. Очень много переходящих мячей, а то и просто... Мячи падают при приеме. Ну, а начинаем мы с того, что мяч в игру вводит Евгения Старцева. Очередная ошибка на приеме, которая позволяет Казани выйти вперед. Яна Щербы не справилась. А вот в нее же будет Старцева теперь подавать или выберет какой-то другой адрес. Любопытно будет посмотреть. Туда же пошла подача. Тем не менее, Мороз зацепила мяч, удалось его поднять. И придется стараться казанским... Волейболисткам еще раз. Пожалуй, впервые добивает до пола Любовь Соколова. У нее неплохо очень эти удары получаются под заднюю линию. Ну и на подаче Наталья Дианская. Хорошо отыграли в защите. Росер Кальдерон. И вроде бы могла успеть Екатерина Гамова, но очень долго опускалась она на паркет. Таким образом, первый, пожалуй, брейковый мяч. Ну, в этой партии абсолютно точно, а может быть и в матче выигрывает краснодарская команда. Ну, когда есть проблемы, тут же находится Екатерина Гамова, которая их с блеском решает. Вообще поверх рук блокирующих. Кальдерон была в приеме, но разве тут можно что-то сделать? Сколько таких вариантов было в первой партии? Вот один из них. То есть просто перебрасывается мяч на сторону соперниц. Ну и Любовь Соколова еще одну очко набирает. Краснодарская команда выходит вперед. Что-то начало получаться. Есть доигровки, есть прием, есть игра в защите. И все это помогает Краснодару, по крайней мере, включиться в борьбу за второй сет.
Ну, не все сразу. Тут же Старцева. Фонтанелло Дель Коро выводит на удар. И от рук блокирующих в недосягаемую для Любови Соколовой зоны отправляется мяч. С приемом все нормально. Разыгрывается пайп. Соколова еще одно очко набирает. Даже оставаясь на задней линии, все равно. Представляет из себя всю ту же мощную боевую единицу. Заработал наконец-таки у нее атака и удар. Ну, а здесь мягкая вроде бы скидка по линии, но никто все равно к ней не успевает. Тем не менее, в обмен удачными розыгрышами включаются команды. Насколько он затянется, это вопрос. Вот подача Гамовой нам отчасти ответ на этот вопрос и даст. Все в порядке. Ну и тут же комфортная атака. Смотрите, как все меняется. Подскальная. Короткая передача в темп. Один из редких эпизодов подобного плана. И ответ точно такой же. А помните ли вы, когда играли первый темп волейболистки из Краснодара в первом сете? Я нет. А теперь он появился. И это, честно говоря, меня очень радует. Ирина Уралева на подаче. 6-5. Краснодар впереди. Пока всего-навсего держится съем. Но вот он и шанс сыграть брейковый мяч. Ошибка при второй передаче. Счет равный. Джордан Ларсон подает. От сетки Уралева мяч все-таки сумела отклеить. Перебросили его на сторону Казани. И вот казанская команда выходит вперед на подаче Джордан Ларсон. Надо справляться краснодаркам. Ну, как видите, вместо этого еще один переходящий мяч Бородакова его опускает на стороне соперниц. И первый технический перерыв при счете 8-6 в пользу Казани. Чуть-чуть снова Краснодар поплыл в последних нескольких розыгрышах. Серия довольно неприятная для команды Витала Селлинджера. И, может быть, в этой ситуации нужно было Джордану Ларсону затормозить раньше тайм-аутом. Хотя, наверное, жалко было его тратить. И Селлинджеру наверняка пригодится перерыв в дальнейшем. Казань, соответственно, вспомнила себя образца первой партии. Пошла подача у Джордан Ларсон, но пошла и атака у Соколовой. А пошла она просто потому, что мяч стал попадать к Ирине Уралевой. Ну, какой-никакой, а прием. Рассер Кальдерон получает мяч в удобной для себя точке. Атакует из шестой зоны. Имеет она право это делать, толкаясь из-за трехметровой линии. Яна Щербань.
И доигровка у Краснодара. Но тут очень уверенно Уланова играет. Опять ошибка при второй передаче. Но делала ее Наталья Дианская. Правая рука на мяче была чуть раньше. Получилось двойное касание такое, которое арбитры считают за ошибку. За ошибку. При сложном приеме, конечно, идет передача на Любовь Соколову. И та, почувствовав уверенность, отыгрывается от блока. На площадке у краснодарского «Динамо» Рима Гончарова. Специально на подачу выпустил ее Авитал Селлинджер. Вот подачей жизнь осложнить Казани Краснодару не удается. Но сейчас сетка помогла. Тем не менее, полноценная атака с касанием блока. И хоть мяч ушел в аут, очко зарабатывает Казань через Кальдерон. Антонелла Дель Коре прошла. Плюс два. Ну вот как на подаче Джордан Ларсон оторвались в счете казанские волейболистки, так они и продолжают эту разницу держать. Кальдерон блок-то прошила, но смягчить удалось блокирующим. Тут же доигровка и уже плюс три в пользу Казани. Это не очень удачный пас на Юлию Подскальную. А может быть, она чуть-чуть раньше выпрыгнула над сеткой. Зависла. Высота была не очень серьезной. Ну и, соответственно, почти на блок. А тут амплитуда хороша. Очень передача высоко была направлена, и высоту, набрать вот эту высоту съема было невозможно подставить. Подряд несколько очков на подаче Бородаковой добывает Казань. И опять не без проблем Кальдерон. Эти проблемы выпало решать. Ну, а теперь Подскальная. Еще придется попробовать. Снова Кальдерон во вторую зону. И Кальдерон рук блокирующих не находит. И площадку, к сожалению, тоже. Плюс 5 уже. 13-8 во второй партии. Нет такой высоты у Кальдерон сейчас, чтобы этот блок обойти сверху. И снова Кальдерон. Ну, вот сейчас здорово. Обыграла двоих блокирующих. Рафир Кальдерон косым диагональным ударом. Где-то на границу 4-й и 5-й зоны. И подает Любовь Соколова. Гамова. Гамовый очень высокий процент сегодня позитивных атак. Плюс 5. Антонал Дель Коре, очередной переходящий мяч. И Регина Джордан Ларсон. 16 очко своей команде позволяет набрать. Все тем же способом. Нет, 15-е только. И обманный удар не прошел. Внимательные казанские волейболистки
Ну и здесь тоже до пол не удалось добить. Подскальная переводит мяч на сторону Казани. Но все это заканчивается еще одним выстрелом Джордан Ларсон из облюбованной ей четвертой зоны. Пожелания болельщиков можно понять. Держались, причем гораздо дольше, чем в первой партии, краснодарки. Но вот сейчас отрыв дал о себе знать, и он продолжает расти. Атаку со второй линии Пайп в исполнении Яны Щербань тоже закрывает блоком. Связующая не смогла обмануть бдительности блокирующих. Ну и как раз по этой части и замена Матиенко. Анна Матиенко выходит вместо Екатерины, вместо Ирины Уралевой. Сер Гальдерон уходит. Ну, наверняка делаю предположение, что Витал Селлинджер понимает, что эту партию не спасти. Хоть какие-то изменения. Людмила Малафеева. Впрочем, может быть, это только на подачу. Такие варианты тоже имеют место быть. Ну, быстрая атака с первым темпом Регины Мороза. 18 очко добывает Казань. Гамова еще на горе Краснодару. Отведенный прием. И мяч в ауте. Хотя вроде бы надеялись краснодарки на то, что судья примет их в сторону. В этом небольшом споре 19-10. Казань уверенно продолжает двигаться ко второй четкой и уверенной победе над Краснодаром в первом полуфинале российского чемпионата. Первой полуфинальной серии, я бы даже так сказал. Ну вот и быстрая атака прошла. Юлия Подскальная в третьем номере. Скорость была хороша, хотя блокирующие успели подняться, но более им ничего не удалось. Подскальная подает. Ну а здесь Старцева с Региной Мороз не решили вопросов, куда же прыгать и куда же давать, соответственно. Ларсон пришла в четвертую зону. Именно, кстати, вот с этого прихода и началась история отрыва Казани во второй партии. Причем Казань даже сейчас играет, не особо перегружая Екатерину Гамову. Равномерно Старцева играет с многими нападающими. Даже не скажешь, что у Гамовой в этом смысле есть какие-то приоритеты. Матвеева забила.
первое очко убрала в сегодняшней встрече. Матиенко. Обманный удар Старцевой. И огромная дыра по шестой зоне. Не очень близко к сетке мяч опускался. Бросились, конечно, и Малафеева, и кто-то еще из казанских волейболисток. Но, тем не менее, не достали. Еще довольно резкая скидка была. Еще один тайм-аут Витала Селлинджера. Но не поздно ли ловить этот ветер своей рубахой. Под штрауссовский вальс это все выглядит особенно элегантно. Джордан Ларсон. Ну вот смотрите, отменный прием, быстрая передача, ну и соответственно Аня Спасоевич играет красиво и эффективно. Дианская возвращается на площадку. Спасоевич будет подавать. Соколова в защите. Ну, а этот удар был недостаточно силен. А блоком ни одного очка Краснодар не заработал. И это тоже симптом. То есть эта опция в игре, ну, не то что отсутствует, потому что некоторые удары казанских волейболистов удается смягчать и дальше уже подбирать. Старцева. Уланова молодцом. Ну и еще одна доигровка будет. Мяч в площадке. Пусть и не сильно, но цель-то достигнута. Быстрая передача Старцевой, но настолько быстро, что Бородакова не обработала мяч, не закрыла кисть. Спокойно доводит и вторую партию до победы команда Решата Гелизудинова. Екатерина Гамова высоченным прыжком с мощным ударом, все как положено. Бородакова подает, вот на этот раз идеальный прием. Ну и смотрите, какая же шикарная атака Соколова. Даже попав в соперницу, все равно заработала любовь зачетный балл. Ну, а блока нет. Блока нет, касание как раз есть, и сетбол. Ну, посчитали, вернее, подумали девушки из Краснодара, что касания блока не было.
А, была площадка. Вот линейный арбитр нам как раз это демонстрирует. Будет просмотр. В ауте мяч был или нет. До этого поводов обращаться к видео Краснодара не было. Все было и так очевидно. Мяч в ауте все-таки. Да, и Соколов на подачу. Матиенко решила сама пробить. И было касание, как показывает арбитр. На таких спорных мячах и неоднозначных решениях арбитра. А похоже, что действительно так зацепило пальцы ударом краснодарская волейболистка. 23-19. Тут уж тайм-аут решила взять Ришат Гелизудинов, чтобы боевой дух соперниц. Если не победа в партии, то, по крайней мере, себе же шансы оставили на продолжение борьбы. И вот если все таким же образом будет продолжаться, то мы с вами интересный третий сет увидим. И уже во второй партии отчетливая воля к сопротивлению у Краснодара была заметна. Гамова. Мяч остается в игре. Соколова в ответ. Ну и еще одна доигровка. Несильный удар. Дель Коро мяч подбирает. Гамова. Матиенко. Площадки мяч. Площадки после удара Людмилы Малафеевой. Ну, там-то было все очевидно. Ну, трос мяч задел, разумеется, но опустился он совершенно точно в площадке. Всего 3 очка преимущества осталось у Казани. Снова Гамова. И опять ее закрывают блоком, но на сей раз от блока мяч опускается за пределами площадки сетбол. И сразу же другой эмоциональный фон у этой партии. Спасибо Краснодару. Спасибо за борьбу. Спасибо за старания. Антонелло Дель Коро подает. Все в порядке. Двойной блок не смущает Юлию Паскальную. 21-24. Но этот сетбол был на казанской подаче. Остальные придется пытаться отыгрывать над своей, на своей. И сама же Подскальная и подает. Подает неплохо. Все. Мяч опускается в площадке. 25-21. Казань выигрывает и второй сет вслед за первым. Цифровое телевидение ВГТРК представляет. Используем эффект неожиданности. Я поехала. Раз, два, три, четыре, пять. Кто не спрятался, они не виноваты. Не понял? А вам не надо. Подключайтесь к расследованию. Ты знал и молчал. Новый круглосуточный телеканал «Русский детектив».
Вести в бесплатном мобильном приложении. Читай новости, смотри новости, делись с друзьями самой быстрой информацией. Прямые эфиры, трансляции, комментарии. Оперативно и объективно. Мобильные технологии ВГТРК. Вести. Узнай первым. Будь в курсе. mobile.vgtrk.com. Одно очко после 13 в первом сете, некий прогресс наблюдается, но не кроется ли за этим прогрессом просто, ну, некоторая расслабленность, которая могла посетить Казань после того, как и во второй партии удалось оторваться. Правда, произошло это не сразу. И надо отметить, конечно, положительные тенденции в игре краснодарской команды. Здесь вам и отчаянная игра в защите, которая во многом получалась, это раз. Во-вторых, пошедшую атаку у Любови Соколовой. Вот, пожалуй, только блок никак не наладится у Краснодара. И, хотя, с другой стороны, все-таки было достаточно моментов, когда блок, если не прямым попаданием зарабатывал очко, так давал шанс команде для доигровки. В этом смысле и эта опция работает у Краснодара. Ну а о Казани можно говорить сейчас только в превосходных тонах. Команда впереди, команда очень уверенно себя чувствует. Но смотрите, начинают биться в защите. Соколова тащит Екатерина Гамова. Ну, а здесь не совсем удачную позицию Соколова заняла. Блокирующие какую-то часть пространства перекрыли. Ну, может быть, поближе к сетке нужно было находиться. Сбились на задней линии в кучу волейболистки Краснодара. И позволили соперницам повести в счете. Отменная игра в защите Джордан Ларсон. Ну и Матиенко. А вот оно и очко, заработанное непосредственно на блоке. 2-0. Соколова не попадает по рукам и не попадает в площадку. Три ноль. Никаких ответвлений от генеральной линии. Мяч не в площадке. И тоже блока не удалось найти ударом Людмиле Малафеевой. 4-0. И, конечно, тут же Витал Севинджер берет тайм-аут. Начало скорбное для его команды. То, что удалось во второй партии со старта, здесь категорически не получается. Но ведь при этом надо отдать должное. Команда хорошо работает в защите. И тут уж вопросы к нападающим. Ну,
Первый темп. Такой немножечко судорожный удар у Дианской. И высоты над сетки не было. 5-0. Шестое очко зарабатывает с подачи Казань. А на подаче-то все Старцева. Как с начала партии взялась она за это дело. И что-то нужно предпринимать. Выходит Римма Гончарова. Матиенко по-прежнему в роли связующей. Вот наконец-то Малафеева. По крайней мере, одну из двух опций нашла. Руки блокирующие. То есть не площадку, но в данном случае это не важно. Тем 1 между тем. Ну и что-то мне подсказывает, что весьма возможно именно после этого розыгрыша мы с вами будем наблюдать первый технический перерыв. Хотя, как знать, Бардакова подает. Прием неплох. Ну, уж коль скоро идет игра у Малафеевой, то почему же ее не задействовать опять? Ну, а вот такой вариант. Соколова категорически у нее в третьей партии не идет. Вроде бы блокирующих обошла. И удар красивый был, такой резанный. 8-1. Партия больше напоминает сет номер один, но правда под другим, что называется, соусом. Там беда была с приемом у Краснодара, а в третьем сете не идет атака. Блокирующие закрывают все небо соперницам. Ну и что Соколова, что Малафеева каким-то образом из этой ситуации пытаются выбраться, но проигрывают. Зрячий сбрасывала Соколова, но раз не получаются сильные и акцентированные удары, то нужно попытаться найти на площадке место, куда сбросить мяч. И вот такое место было обнаружено. Старцева вроде бы достала, но не подняла мяч и отправила его в сторону скамейки. 2-8. Соколова с подачи придумала вариант. Доигровка. Даже здесь шансов не оставляют своим соперницам. А Анна Мириам Гансорная дважды атаковала. А здесь на тройном блоке проходит удар Джордан Ларсон. Ну, конечно, имея такой набор нападающих, как Гамова, Ларсон. И опять переходящий прием. Ну, и тут же Ларсон второе очко подряд набирает.
отыгравшись от двойного блока. Ни двойной, ни тройной ей помешать не могут. Ну, такой вариант, что называется, сойдет. Вообще много задействует Анна Матиенко Людмилу Малафееву. Она уже очка 3-4 в этой... Хотя нет, в этой партии только 3 очка набрали. Вот как раз одно Любовь Соколова и два, похоже, Малафеева. Шанс на доигровку. Заканчивается все это ударом Гансорная. Как гвоздь, как иголку загоняет она мяч между блоком и сеткой. Четыре-десять. Ну, можно ли спасти эту партию? Вот вопрос. Быстрая атака. Это Регина Мороз первым темпом. Каким образом Ларсон удается проходить? Вроде отведенный мяч. И почти где-то там в районе антенны. Тем не менее, Гансорная не успела перекрыть линейное направление. Нужно еще попробовать. Это не очень сильный удар. Ошибаются казанские волейболистки. Аня Спасович даже не била, она просто переводила накатом мяч на сторону казанской команды. А здесь Регине Мороз не повезло. Не договорилась она со связующей, со Старцевой. От блока, но ваут. Ларсон в сложнейших ситуациях. Именно она сейчас, вовсе даже не Гамова, основной ударной силой казанской команды является. То есть вот в этих всех моментах, когда любая из казанских нападающих чувствует себя угнетенной, ей совершенно все равно. Двойной, тройной блок. Отличный прием, первый темп, но не очень сильный удар. Гамова, пайп на тройном блоке. Но похоже, что она выше этого тройного блока во всех его компонентах. Уралева вернулась на площадку, с той связующей, с которой начинала команда матч. Она его и продолжает, будем пока говорить так. Но 8 очков в середине партии – это чрезвычайно много. Гансорная проявилась, несколько удачных ударов у нее получилось. В частности, вот эта технология засовывания мяча под блок. Бородакова. Нет, Матиенко на площадке. Опять блок.
Матиенко достает великими трудами. Краснодар переводит мяч на противоположную сторону. Вот сейчас есть возможность. Но не рискует Соколова все-таки. А вот сейчас можно попробовать и рискнуть. Но надо же попадать в площадку. Если фактически за антенну вот так мяч выносить, и оттуда угол обстрела будет не очень большой, прямо скажем. Ларсен подает. Спасоевич снова не добивает до пола. Ну а вот сейчас получилось. Не выходит на силу, тогда надо обманывать. Пробовать различные варианты. Гамова со второй линии. Разумеется, атака разнообразнее. По Казани и всякий раз есть несколько запасных вариантов для того, чтобы организовать нападающий удар. Старцева на подачу. 16-8. Двукратное преимущество Казани. И все-таки приходится констатировать, что борьбы в этой встрече не получилось. Третье или четвертое очко непосредственно на блоке зарабатывает Казань. Там очень мощная компания Антонелло Дель Коро и Марии Бородаковой. Опять без приема. Ну и тут атаки полноценной не получилось. Бородакова сложную передачу Старцева не обработала. В который уже раз мяч в ауте, не коснувшись блока. Плюс 10, 18-8 в пользу Казани. Витала Селлинджера. Ну, я думаю, что разговор уже на будущее идет. Все-таки два матча в Краснодаре при своей публике сейчас ожидает команду. И, может быть, там все будет выглядеть немножечко иначе. Кальдерон. Ну и должен еще сказать, что
Сегодня потрясающе совершенно сыграла либеро казанской команды Екатерина Уланова. Сколькими мячами, сколькими доигровками обязаны героическим стараниям подруги по команде. Гамова. Ну вот и она отчасти заразилась этим вирусом, который подхватила в третьей партии Любовь Соколова, ощупавшая все ауты своими ударами. Во втором сете спохватился Краснодар, может быть, расслабилась Казань, и мы почти дожили до концовки. А сейчас Гамова сыграла очень аккуратно, пусть и не силен был ее удар, но зато прямо по месту, по линии. Она великий мастер подобного рода ударов, скользь по мячу попадает, и он летит в нужном ей направлении. Аут. Бородакова отправляет мяч вне пределов площадки, 19-11. Первый темп. И вот первый раз произошло это в третьей партии. Непосредственно блоком зарабатывает Краснодар очко. Аня Спасоевич. Еще второй подряд. То есть молчал блок краснодарский. Две с половиной партии. Вдруг очнулся Кальдерон вместе с Юлией Подскальной. И теперь уже вынужден Решат Гелизудинов, который там расслабился на тренерской банке, в тренерской зоне, останавливать всю эту вакханалию, потому что если тенденцию не прекратить, это может довести до неприятностей. Работал блок. И еще одна доигровка у Кальдерон на тройном блоке, но за рекламные щиты летит мяч. 20-е очко Казань набирает. Вот если бы сейчас удалось продолжить. Но для этого Кальдерон нужно было играть похитрее. Но в конце концов, не пытаться пройти это сооружение крайними, в котором были руки Екатерины Гамовой. А может быть, тебя обмануть. И снова Кальдерон на тройном блоке. Вот на сей раз она объехала эту конструкцию в самое пересечение трехметровой линии боковой попала. 14-20. Это пройти. Кальдерон в защите. И опять блок. Где он был раньше? 16-20. Преимущество того почти не осталось. Ну, конечно, есть 4 очка. И с такой командой, как Казань, отыграть их крайне сложно. И опять Подскальная. Мяч в площадке. И никого там не нашлось. Ну, а может быть, мне было не так хорошо видно все-таки блок.
Кальдерон, ну и, конечно, Кальдерон все время отправляют на тройной блок. И крайне сложно ей работать. И опять Соколова нечисто принимает, скажем так. Но атака все равно получилась. Ларсон вынуждена просто переводить мяч на сторону соперницы. Что здесь? Здесь 17 очко зарабатывает Краснодар. Вот как-то и повеселили девчонки. Даже улыбаются. Не будет полноценной атаки. Еще один шанс на доигровку. Спасоевич, Дель Куре в приеме хорошо играет. Ну а здесь уже вряд ли что-то можно сделать. Там претензии какие-то высказывает Любовь Соколова. На блок не успел. Гамова со второй линии и целая россыпь матчболов у казанского «Динамо», который близко к тому, чтобы повести в серии полуфинальный против «Динамо» Краснодарского со счетом 2-0. Но напомню, что следующие две встречи пройдут в Краснодаре, что дает надежду на то, что борьба будет поинтереснее. Прекрасно. Передача как в ладонь Соколовой. Но там фактически не было блока, а может быть не было совсем. Да, он был формален на Бородакова. И Старцевой не успели вынести руки над сеткой. 24-19. А вот, собственно, и все. 25 очко в третьей партии добыто. 3-0, как и во встрече номер один. Казанская «Динамо» уверенно, легко и спокойно побеждает своих краснодарских одноклубниц и выходит вперед в серии. Вот, собственно, и все, о чем мы хотели вам рассказать. И благодарю коллег за прекрасную работу, вас за внимание. С вами был Алексей Усин. Удачи и счастливо.